туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Пока мы храбры. Так, на всяк пожарный. Кто? Кажется... Со слухом у меня порядок. Чай хороший. Были же шаги. ВДНХ тот самый. Оклемались, и не там видно. Поставки опять пошли. Полгода не было, аж соскучился. А что, ну, победили они этих черных? Ну, само собой. Понятно. Те же вроде вообще не люди были. Твари какие-то, не? Уроды как есть. Кожа черная, причандала в лес вообще. Хрен знает, как размножается. Может, глазищи без постоять спокойно не дают. Говорят, как эта тварь тебя увидит, в глаза посмотрит, тот тебе и капут. От боли умираешь, где стоял. Брык из копыта. Ну и правильно их. Мы не таких тут. Вот, Мишка на белорусской повадился в бордель. И втрескался там в какую-то судьбу. Стал ей заливать про жизнь в рейхе, что хочет жениться. Наверное, чтобы давала бесплатно. А она дура-то эта... А? Что? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Я сдаюсь, не стреляй!